Такой вот у нас SpeedLogic на 3D принтере. Немножко, конечно, все это дело очень грубовато выглядит, ну да ладно. Нам динамику мерить, а не красоту. Запуск. Версию софта показывает, все проверяет, запускается. Сенсорный экран. Кстати, очень быстро работает. Все очистил. Результаты на приборке. Большой экран, кстати, что удобно по сравнению с Драгоном, либо с Лоджиком тем же самым. С айфоном сравнить. У тебя внизу? Да, по размеру с айфоном 6. Ну вот, в принципе, сопоставимые размеры, сами понимаете. Будем тестить, видно будет.